Будьте любезны, восстановите мне рояльчик, пожалуйста. Мы сию минуту перейдем, вернее, вернемся к вокалу. Спасибо, голубчик, спасибо, дорогой, спасибо. Не каждый из нас, между прочим, может заниматься сложным вокальным искусством. Для этого требуется известный навык и огромная уверенность в себе. Если при этом есть еще и голос, это идет только на плюс мастеру вокала. Всеми этими данными обладает рекомендуемый мною вам певец итальянской школы Сидор Сидорович Сидоров Сидорини. Милости прошу, дорогой. Идя навстречу неизменным вкусам энтузиастов басовых арий, Сидор Сидорович исполнит сатану, клевету и фигуру здесь, фигуру там единовременно. Браво, браво. Итак, у вокала Сидор Сидорович Сидорини, у рояля то же, что было и раньше. На земле весь род людской чтит один пудр священный. Он царит над всей вселенной, тот кувертлет золотой. В умилении сердечно прославляет испуга люди разных стран. Даже в круге бесконечно окружая пьедестал, окружая пьедестал. Такого же слышу.